Живу я вот в таком тихом дворике. Вот это у нас детская площадка. Вот это наши карагачи. Вокруг вот такие пятиэтажные дома. Пока сегодня 1 апреля. И вот у нас спокойный, чистый. Ну, относительно чистый дворик. Но зелени пока нет. У нас первый день тепло. Первый день солнышко. Вот это достопримечательность нашего города. Канал Саркрама. Он по городу идет. Ну, то у него летом вода бывает. Вот. Вот это как бы прогулочная зона. Ну, это центр города. Здесь банк. Ну, у нас народный банк. Халык банк. Это народный банк. Ну, он считается более такой в городе. Ой, не в городе, в Казахстане. Вот. Он считается такой. Короче, вся власть советом. А я тоже еду в одно этот, в другое место. Мне карточку банка хочу закрыть. Карточку Каспи Голд. Каспи банка. Раньше на каждом шагу были отделения Каспи банка. А сейчас вот надо специально ехать. У меня 3 года закончилось обслуживание. И хочу полностью закрыть карточку. Так что поедем туда. Вот здесь травка зеленеет. Здесь солнышко вот в этом месте. И вот так вот травка зеленеет. Здесь дворник очень хороший. Они ухаживают изначально. Это электрические электрические сети города, компания. Когда-то государственная была, потом вот забор поставили высокий, приватизировали, и все ихнее стало. Так что вот так из-за забора будем любоваться. Это у нас считается как старый рынок. Вот я на остановку приехала. Вот такие сеть торговых домов тут. Есть все. Купить можно все. Вот это называется старый базар. Вот тут они выстроенные торговые дома. Ну, вот это продолжение банкета. Вот такое мясо конинка. Вот эта филейка говядина. Вот такая голова говяжья. Вот это. Хазы. Ой, да, харм. Это конина. Харм. Нисти батерман. Урла батрен жопмула. Вот это языки говяжьи. А вот это, а? Вот это колбаса говяжья. Это конина колбаса. Называется хазы. Змей голова коншадан? 900 здесь большой есть. А это 900, да? Килограмм. Килограмм 900? На уларше? 1400. 1300. 1400. 1400. 1300.